Сегодня в Астане на правительственном часе рассмотрят ход внедрения новой модели трудового кодекса. Напомним, что его разработки были привлечены эксперты, члены профсоюзов, юристы в области трудового права, представители Международной организации труда и Всемирного банка. Новый документ определяет границы государственного вмешательства в сферу трудовых отношений между работодателем и работниками. Изменения вступили в силу 1 января 2017 года. О том, как это выглядит на практике, расскажет министр труда и социальной защиты населения Тамара Дюсенова. Подробности в следующем выпуске.